Телеведущий считает, что музыкант сам угробил себя. Известный журналист и телеведущий Атар Кушанашвили на своей страничке в социальной сети Facebook высказался по поводу смерти музыканта, автора хита «Замыкая круг» Криса Кельми. Он вспомнил свое интервью с известным искусствоведом Ириной Антоновой, которая сказала Атару, что главная задача человека – не угробить себя. Кушанашвили отметил, что с годами он все отчетливее это понимает. Больше по теме выкинул Бузову на улицу. Кушанашвили взъелся на Дмитрия Тарасова в откровенном интервью «Шоумен», прокомментировал малоприятную историю вокруг развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Крис Кельми угробил себя, но он не был подлецом и ко мне был добр. Ребята, есть воля к жизни, она должна быть, но если ее нет, аминь, как говорите вы. Отмучился, утешаю себя я, заметил телеведущий. Действительно, почему люди гробят себя? Очень жаль, а ведь не старый еще человек. Земля пухом. Соболезнования родным и близким, заметили в комментариях подписчики Кушанашвили. Отметим, что смерть Криса Кельми потрясла мир шоу-бизнеса. Артист скончался в своем загородном доме 1 января. В последние годы Кельми сильно злоупотреблял алкоголем. Он проходил лечение в одной из клиник Таиланда вместе со своими друзьями Даной Борисовой и Евгением Осиным. К сожалению, после лечения Крис Кельми не бросил пить.